Пещера, первый эпизод. Давайте сходим в пещеру, давайте. Давайте. Как же мы не поговорим? Мы поговорим только в пещере, хорошо? Окей? Нормально? Все? Ага. Туда специально идем. Пошли. О! Так, пошлите туда. Давайте пошли, а что же не надел? Давайте пошли, а что же не поделал? Это же я говорила! Мы без белой звезды! Она же руководительница! Ну же пошлите, давайте уже! Эх, куда же нам идти? Ну, давайте пошли идти напрямо. Ау, смотрите, там баран и овцы. Там всего лишь 3 овцы? Нет, 4 овцы. И один баран. Что же нам делать? Успокойтесь, мы вам тебе поможем. Будут за тобой бежать, а мы будем тебе помогать. Давай? Давайте. Ой, чё они-то застояли? Вот одна барашка за нами. Ну не барашка, а овца. Блин, чё они не по делу? Ну ладно, если только если меня царапают. Куда ты идешь? Бежать по кругу, и мы тебе будем помогать, они будут за тобой бежать. Это говорит Красная Звезда, автор. Ну, я чуть-чуть капельку устала. Огонек, сказал. Ой, я что-то устала. Но не слишком, а нормально устала. Пошлите. Мы без
бесконечные, сказал Никко. Лена, дай мне, пожалуйста, какого телефона на кислота. Приехал, у нас с тобой вон немного добавили. Подожди. Почти осталось немного, сказала Красная Звезда. Все, добили, сказали все. Ну что ж, пошлите в пещеру. Ульяна, мы с тобой гербарий не сделаем, если ты будешь телефон жать. Ребята, мы сегодня будем спать в пещере. Нам негде спать, потому что лагерь от нас далеко. Вот и они спят. Конец.